В Славянском районе завершился муниципальный этап краевого фестиваля дворовых видов спорта «Прорыв». В нашем районе дворовыми видами спорта увлекается более 100 ребят. За право принять участие в краевом фестивале приехали побороться только лучшие из лучших. Команда называется «Славянск Воркаут Тим». У нас всего в ней 5 человек, но я собрал всех ребят, которые самые сильные во всем городе, во всем районе. Спортсмены выступали в нескольких дисциплинах – паркур, фристайл, троеборье. Представлять Славянский район на краевом этапе фестиваля «Прорыв» будут Евгений Серков, Андрей Дизендорф, Константин Лукьяненко, Александр Михайлов, Роман Ромашко. Финал состоится 13 августа на базе молодежного форума «Кубани. Регион 93». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Сергей Тимовский. Программа «События».